за чистую природу и безопасную окружающую среду. Именно с этими целями представители энергии общества решили очистить и благоустроить небольшое место между гаражными кооперативами и стадионом Сиво. Тут протекает река Кайдаловка, но пейзаж с цветущим багульником омрачают кучи мусора. Проблема заключается в незаконном вывозе мусора, который сбрасывается в реку Кайдаловка. И жители подвозят мусор с гаражного кооператива, откуда есть доступ к лесному массиву, сбрасывая этот мусор, соответственно, загрязняют реку и лесную зону. Конечно, нужно привлечь к ответственности людей, которые это делают. Возможно, расчистить этот ров, который многолетний, уже даже видно, как слои мусора здесь скопились. И очистится река Кайдаловка, здесь можно гулять, прогуливаться с семьями. Пока что это место только в теории можно назвать живописным и красивым, так как мусор сюда сваливают в ежедневном режиме, даже несмотря на предупреждающие знаки и штраф в 5000 рублей. Однако у неравнодушных читинцев есть пути решения этой проблемы. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы на эту ситуацию, которая сложилась, обратила внимание Министерство природы, администрация города, поскольку очень уж мусора здесь скопилось много, и за эту зиму очень особенно много. Поставить ограждение, настоять на этом, чтобы не было подъезда машин. Григорий Анипер, Никита Дроздов, РТК Забайкалье.